и в горе, и в радости, и на самоизоляции. Как оказалось, совместное времяпрепровождение в режиме 24/7 – дело не из простых. Причина ссор между супругами чаще всего – рядовая бытовая ситуация. Немытая посуда или незабитый в стену гвоздь – психологи советуют смотреть на ситуацию шире. Понять причины такой реакции, а еще лучше – начать со знакомства с самим собой. Усталость, подавленное состояние и стресс. Для некоторых людей, несмотря на успехи в работе, учебе и делах сердечных, такое состояние – норма. Причина может крыться в постоянной занятости, неправильном отдыхе или, как таковом, его отсутствии. Все это может нарушить связь с собственным «я», стать барьером, по ту сторону которого не услышать голос тела и души. Решить проблему проще, чем кажется. А поможет нам в этом учебник практической психологии? Если у вас нет печатного издания, не переживайте, все можно найти в интернете. В первую очередь нас интересуют, конечно же, тесты, которых там очень много. Все из них мы разбирать, конечно, не будем, а вот на самых популярных остановимся. Дом, дерево, человек – один из самых простых и наглядных тестов. В произвольном порядке рисуем не только вышеперечисленное, но и все, что приходит в голову. Посредством того, как человек размещает объекты, собирается воедино его психологический портрет. Следующий тест предлагает ответить на самые, казалось бы, банальные вопросы. Кто я, чего хочу добиться в жизни, что действительно важно в ней. Ничего сложного, но результат удивляет. Возможно, проблема в том, что человек боится признаться себе. Заниматься приготовлением еды – вот что действительно ему по душе. Именно это, а не работа в офисе. Узнать себя лучше никогда не поздно. Глубокий самоанализ поможет продуктивно провести время, которого сейчас предостаточно. Это будет точно отличный день. Стефан Филатов, Алим Велиев. Утро нового дня.